Мозг человека содержит в себе причину многих болезней. Дорогие коллеги, у нас сегодня знаменательный и очень известный гость, доктор медицинских наук Юлия Вячеславовна Вахабова. Юлия Вячеславовна, мы вас приветствуем. А для всех это очень известный российский онколог, с которым мы сегодня проведем нашу встречу по этой территории нашего института амбулаторной терапии. Я хотел бы, чтобы вы обратили внимание, что пол в нашем институте разного цвета. И это не случайно, не потому что нам не хватило стройматериалов, да, а потому что еще обратить внимание, три таблички. Это разный возраст. Вот мы с вами стоим на территории возраста 30-50 лет. Вот эта стена, она женская, вот эта стена мужская. И здесь приведены болезни, которые характерны для женщин и мужчин именно в этом возрасте. Да? Какая чтобы, задумка, да, важно, чтобы врачи в поликлинике не задавали вопросы там молодой девушке, вопросы пожилого мужчины. Это же понятно. И это очень важно. Я бы хотел вам задать несколько вопросов. Ну, во-первых, что смертность в России в 2020 году стала рекордной по сравнению с 2008 годом. Вместе с тем, по данным Минздрава, более 20% больных, у кого выявлена онкология, умирают в течение первого года после постановки диагноза. Этот год, конечно, безусловно, для всех нас, да, и врачей общей практики для онкологов был особенно тяжелый, потому что параллельно с нашими заболеваниями наши пациенты болели еще COVID-19. На самом деле первичная амбулаторная помощь должна быть на высококвалифицированном уровне для того, чтобы мы смогли на ранней стадии диагностировать заболевание и правильно маршрутизировать пациента. Вот вы знаете, вот эти ваша фраза, она очень-очень похожа на фразу, которую сказал очень известный человек. Давайте пойдем и его послушаем. Пойдемте, Аркадий Львович. И вот, Юлия Вячеславовна, мы находимся в нашем таком кинозале небольшом, где обещанные слова известного человека в продолжении того, что сказали вы. Основные деньги идут на что? Но тоже вроде нужные вещи. Это борьба с онкологией, прежде всего, основные средства туда. Это федеральные центры, межрегиональные центры. Это крупные региональные лечебные заведения. Ну, рядовой гражданин 80%, 85%. Слава богу, не ходят лечиться от рака, а ходят в свою районную поликлинику или межрайонное какое-то учреждение. И там в ежедневном режиме должен получать качественную помощь. Интересный кабинет, как мы его называем. Да, излюбленные маршруты путешествий опухолевых клеток. Вот здесь два портрета Жан-Клод Рекамье и Стивена Педжета. Двум этим врачам принадлежит теория метастазирования рака. Вы знаете, сегодня, когда мы говорим о источнике рака при наличии метастатического поражения, что важно, безусловно, важно для лечения, это бывает очень трудно, когда при той же самой диспансеризации вдруг увидели в каком-то месте метастазы. То вот для того, чтобы узнать источник метастазирования и не делать дополнительных ненужных исследований, мы вот предлагаем вот такой международный такой круг здесь по расписаны все раки самых главных локализаций, и от которых отходят вот эти стрелы, которые обозначают, ну, обозначают
то или иной участок метастазирования. Ну, например, там, условно, вот легкие, куда они метастазируют? Они метастазируют в печень, они метастазируют в кость и метастазируют в надпочечники. Что в жизни так это и бывает. Это очень важно. Это очень важно. Более того, даже при известной локализации рака, для того, чтобы увидеть, есть ли уже метастазы или нет, чтобы не обследовать по всей системе органов, достаточно воспользоваться этой очень яркой табличкой, ну или кругом вот этим, чтобы все это было более просто и понятно. Ну, главное, все-таки мы стоим на своей позиции, что перед тем, как вообще обсуждать раки, метастазирование, лучше бы поставить вопрос о том, чтобы терапевты в поликлинике на ранних стадиях выявляли раковую болезнь. Тогда не нужно будет говорить ни про метастазы, ни про все те проблемы, которые связаны с этой болезнью. Аркадий Львович, скажите, пожалуйста, ваше мнение, а как же все-таки эти слова превратить в действие, реализовать вот эту программу? Как надо помочь врачам общей практики? А вот, чтобы ответить на этот вопрос, давайте мы зайдем в такой наш импровизированный онкологический кабинет, который бы мне очень хотелось, чтобы он был в поликлиниках, и чтобы врачи имели возможность хотя бы, ну, может быть, раз в неделю заходить в этот кабинет, брать материалы, видеть то, чем мы богаты для раннего выявления больных. Как раз первый врач и главный врач вообще в течение всей жизни – это терапевт. Анемия. Если вы думаете, что прямо каждому больному делается анализ крови в поликлинике, конечно, нет. А анемия, ну не вам это рассказывать, бывает, как часто бывает. Манифестируют, при... да, многие или приходит пациент с острым респираторным вирусным заболеванием, да, ему назначают какое-то лечение, ничего не делают, ему становится лучше, через месяц-два он к нам поступает с кровохарканием. Лихорадка. Но это же тоже симптом важный. И это тоже симптом важный. И когда она есть, ну что-то же надо сделать. Вот тут как раз и написано, что нужно сделать. Аллергоз. Понятно, что аллергия к раку так особо не имеет. Но сколько мы имеем различных параконкрозных изменений, в том числе и на коже. Абсолютно, да. И бывает кожная лимфома буквально, которая принимает и лечит иногда врачи общей практики, и потом дерматологи, и запускают процесс, да, уже... А это вечная тема, зловещий букет. Это коморбидность. Сегодня наш коморбидный пациент, он очень часто, помимо всего, имеет еще и онкологию. И что самое-самое ценное и важное, по поводу болезни сердца и сосудов он многократно приходил в поликлинику. А на этой стене наиболее частые локализации – локализации рака. Там вот рак молочной железы, там рак колоректальный, рак желудка, там вот схема метастазирования. Здесь же должен быть плазма, на которой, ну вот в частности сейчас профессор Генц рассказывает осмотр, как нужно правильно осуществить осмотр молочной железы. Вы просите женщину раздеться до пояса. 3 секунды вы смотрите на нее, вы оцениваете состояние кожных покровов передней грудной стенки и молочной железы, вы оцениваете симметричность органа, вы оцениваете состояние сосков и ареол, вы, если выражен птоз, вы поднимаете грудь и оцениваете состояние субмамарных складок. Все. Далее вы просите женщину сделать вот такую вещь. Очень простая и очень эффективная, и очень быстрая. Вы говорите ей, поднимите, пожалуйста, руки наверх, вот так. Но не медленно, энергично поднимите руки наверх и задержитесь в таком положении. Опустите. Пожалуйста, еще один раз поднимите руки наверх. Что происходит с молочной железой? Молочная железа – орган пластичный, прикрепленный к грудным мышцам, которые участвуют в акте поднятия верхней конечности наверх. Таким образом, будучи пластичным органом, грудь стремится подтянуться за поднятой рукой, но только в том случае, если ткань молочной железы здорова. Если там находится опухоль злокачественная, не доброкачественная, а именно злокачественная,
то она вследствие инвазии главного признака злокачественных образований, вследствие метастазирования, даже в ранних своих, в начальных проявлениях, она растет, прорастая ткани, таким образом давая клинический симптом неподвижности или ограниченной подвижности. В то время как, если это фиброаденома, она растет, раздвигая ткани. Она катается в тканях, как в масле. А рак прорастает. И таким образом он задерживает ткань груди в движении наверх за рукой. Что вы увидите клинически? Клинически вы увидите симптом площадки. Вот здесь кожа подвижна и легко поднялась. Здесь площадка – это проекция опухоли. И здесь тоже кожа идет вверх. Таким образом, вы четко увидите злокачественную опухоль. Это прекрасный, быстрый, хорошо работающий прием. Вы можете не увидеть площадку, вы можете увидеть вдруг кусочек, ограниченный кусочек лимонной корки, расширенные поры. Очень хороший прием. Итак, 3 секунды смотрите на нее, оцениваете, как я сказала, кожу, ареолу, субмамарную складку, симметричность. 5 секунд, Аркадий Львович, поднимаем руки наверх 2 раза, оцениваем. Потом не прикасаемся к женщине, потому что смотреть в положение стоя грудь можно, но это трата времени. Это так учит нас пропедевтики, на практике это полная ерунда, это не работает, особенно если птоз выражен, железы большие, выраженный птоз – это ерунда. Вы просите ее лечь на кушетку. Орган пластичный как бы растекается по поверхности передней грудной стенки. Левой рукой фиксируете, правой рукой пальпируете, пропальпировали, оцениваете самое главное – консистенцию. Рак вот такой, он каменистой плотности, и он всегда или неподвижный, или ограниченно подвижный, в отличие от, например, долей, да, из которых состоит молочная железа. Они вроде как рак, но они подвижные, и рак не болит, в то время как кисты болят, фиброаденомы болят, рак не болит, как правило. Итак, это еще заняло у вас несколько минут, но это еще не все. У вас есть последний, 4-й этап. Итак, посмотрели, подняли руки, положили, потом женщина встает, и 4-м этапом вы просите ее поставить руки на пояс. Но у нас так устроена механика наших движений, что когда мы ставим руки на пояс, плечевой пояс поднимается, подмышечная ямка выполняется, и там невозможно пропальпировать лимфоузлы. Поэтому, когда она, вы дождитесь, пока она поставит руки, когда она вот такое положение примет, привычное для всех, похлопайте по плечу, говорите, расслабьтесь. Женщина расслабляется, вы пальпируете только по передней подмышечной линии. Там вы пальпируете такой сосудисто-нервный пучок, и следом за ним сразу первый путь лимфоотока от молочной железы. При непальпируемых опухолях весьма часто поражаются лимфатические узлы аксиллярные. Вот и весь осмотр. Ну, не то, к сожалению, не все врачи общей практики знают, а у многих даже попыток нет. И попыток не бывает. Да. И это относится также не только к врачам общей практики, к гинекологам. Совершенно это верно. Это должно быть обязательным моментом при осмотре женщины. И, конечно, в этом кабинете должны какие-то быть пособия. Вот наши пособия. Вот кабинет амбулаторного терапевта, как он должен выглядеть, в том числе с онкологическими проблемами. Вот кахексия. Да, мы все привыкли к индексу массы тела 25-28, это давно есть же, он и меньше. И похудение, это же один вопрос. Да, паранормалистический. Да, ну вот еще, например, онкологические заболевания в практике терапевта. Алгоритмы всевозможные. То есть вот что-то должно быть, чтобы терапевт это умел, и возможность имел посмотреть и спросить у своего пациента.
Аркадий Львович, а как вы считаете, что имеет наибольший вес? Все-таки вебинары, литература, которая пособие. Ну, надо признать, что врачи все очень загружены. Сейчас много и они все разные. Письменные работы. Я считаю, вот лично я, да, больше пользы, когда у нас есть возможность даже собраться, послушать, да, и обсудить с коллегами. Мы отвлекаемся от своих дел и больше впитываем знаний, нежели на работе где-то что-то там прочитал, бумажку. Все устают, все люди. Надо это осознавать. Мне кажется, вебинары и, возможно, вот обратная связь имеет очень большое значение. Я глубоко убежден, для врача-терапевта должны быть все виды возможности. Продолжаем наши традиционные экскурсии по нашему такой импровизированному парку. На прошлых наших встречах мы делали акценты на онкологическую патологию. Но это понятно, сегодня это притча во языцах. Мы уже проводили экскурсию в кабинете, посвященному раку молочной железы, колоректальному раку. Ну вот сегодня вопрос рака легкого. Ну, для того, чтобы вообще как-то понять, и чтобы какие-то струны затронуть, вы посмотрите, тут фамилии Дмитрий Шостакович, Ролан Быков, люди, которые курили, люди, которые творили, и люди, которые безвременно ушли из этой жизни по поводу рака легкого. Это как бы известный. А сколько неизвестных? Они известны вот здесь. Ежегодно мы хороним примерно 50-60 больных с раком легкого. 50-60, но заметьте, это одна больница, это один город. Сколько таких больниц, сколько таких городов. И вы посмотрите, вот это прямо крик души. Чем болели эти люди? У них вся соматическая патология, по поводу которой они не раз обращались в поликлинику. Вопрос, что им никогда не делался рентген грудной клетки, чтобы увидеть начало заболевания, чтобы вовремя это каким-то образом сделать. Очень все странно. И таких больных, и таких больных. Вот они все. Вот они все. Они все соматические. Все они были в поликлинике. Но должна быть настороженность. Если человек кашляет, если у больного кровохарканье, если есть какой-то болевой синдром в груди. Ну, вы посмотрите. Все же просто. Ну, диагноз простой. Рентген. Рак легкого вообще диагноз не клинический. Он рентгенологический. Но его нужно сделать. Поэтому вот эти наши кабинеты – это некий призыв к терапевту. Будьте бдительны. От вас зависит, рано или поздно мы выявим эту болезнь. К сожалению, если поздно, успеха не будет. Они все погибнут. Что означает эта карта? Вот, смотрите, это вот города, которых уже стало намного больше, где мы проводим свои школы. У нас есть четыре программы. Первая – наша сессия «Амбулаторный прием», где обязательно онкологическая тема существует. Города вот беленькими этими лампочками выделены. Мы сделали еще очень важную программу. Я вот перевел слово «ВИП» как «врач и пациент». Да, пациенты должны быть образованы. Тоже. И вот эта программа тоже идет по стране. Наконец, школы, наши собственные школы, которые в разных городах, силами местных педагогов, которые прошли у нас какую-то стажировку, да, по нашим программам. А сейчас мы готовим школу онколог для терапевта, который хотим с вашей помощью, с вашим участием сделать по всей стране. А чтобы было понятно, что это высокоэффективно, маленький пример – Тюмень. Благодаря, конечно, большой помощи администрации, мы посмотрели, как меняется ситуация с ранним выявлением онкологических заболеваний. Обратите внимание, на сколько процентов увеличилось выявление на ранних стадиях. Это все ранняя стадия, это да? Все на ранних стадиях. А это уже жизни сохраненные, экономические какой-то. Другой прогноз. Так что вот такая большая наша программа. Плодотворная, сложная, да. Широкомасштабная. Я говорю, что... Но мы видим, да, на этом слайде, что, конечно, капля камень точит. Конечно. Поэтому это, безусловно, нужное дело. Я говорю, что вы очень поможете всем пациентам. Вот мы заходим в нашу вебинарную комнату. Давайте присядем.
Да, ну вот здесь у нас проходит огромное количество вебинаров. Здесь, вот на этом месте, очень было известных более-менее онкологов. Потому что здесь мы обсуждали практически все локализации рака, раннего выявления и различные вообще вопросы, которые столь важны для врачей поликлиники. И делаем мы это обязательно с онкологом. Уровень смертности, этот фактор, эта проблема, если можно так сказать, важен как для одного человека, так и в рамках общества в целом, с точки зрения его созидательной продуктивности. Но хуже обстоит ситуация с множественной миеломой. И при том, что как раз-таки множественная миелома, она отличается тем, что в последние годы огромный шквал новых таргетных препаратов. На самом деле это профилактика, то, чем мы с вами сейчас будем заниматься. Вот такая есть модель программы по мероприятиям, так называемый маршрут, или, как сейчас принято говорить, дорожная карта онкологического больного. Вот это все можно посмотреть, а можно посмотреть очень бегло. На самом деле я привлекаю ваше внимание к нижней части слайда, где написано вот как начало процесса. Вот заходит пациент в кабинет, и куда он попадает? Конечно, он попадает к терапевту. Фактически рак яичников, рак брюшины на сегодня он приравнивается. И логично предположить, что если у нас возникают какие-то опухолевые процессы, которые повреждают поверхность яичника, если какие-то гормональные нарушения, которые также повреждают эпителий яичника, все это может повысить риск и приводить к образованию опухолевой патологии и приводить к перерождению опухолевой ткани. Потому конечно, это да. Очень хороший, Аркадий Львович, это вот я говорю, мультидисциплинарный подход, это самое главное в лечении наших пациентов. Не только, конечно, безусловно, на этапе диагностики, но уже на этапе лечения мы без терапевта, врачей общей практики, уважаемых кардиологов, мы просто никто, потому что наши пациенты, как вы говорили, вот с коморбидным фоном, сопутствующие патологии постоянно приходят к врачам. Я говорю, что и достаточно возрастной пласт, особенно вот рак легких, да, вот мы тут обсуждали, что куча сопутствующей патологии, хобл, эмфизема, и постоянно нужна ваша помощь, потому что на этапе химиотерапии все хронические болезни, как правило, обостряются. Ну, вы знаете, идет декомпенсация, поэтому я говорю, здесь настолько очень важно, я говорю, вместе и общаться, и коммуницировать, потому что иногда бывает, врачи общей практики на уровне поликлиник говорят, ой, вам к онкологу. Пациент приходит, допустим, для коррекции артериальной гипертензии, которая у него была в анамнезе еще 30 лет тому, до постановки диагноза рак, и сразу их маршрутизируют обратно к онкологу. То есть почему-то до сих пор, к сожалению, я говорю, 21 век, популяризация тотальная. Пытается объединять, да, наши специальности, потому что мы на самом деле едины в лечении наших пациентов. Но, к сожалению, большинство врачей говорят, идите к онкологу. То есть все вопросы должен решать онколог, который уже становится просто настолько многопрофильным. Но это неправильно, потому что в вашей специальности, в нашей постоянно появляются новые классы препаратов, изменяются подходы. Да? То, что мы учились в институтах, совершенно отличается от сегодняшней терапии. Мы не можем объять необъятное, знать все, кроме основных классов вот вы препаратов. Знаете, поэтому вот эта наша программа, с одной стороны, это раннее выявление, да, но кто не успел, тот не опоздал. А если пришел онкологически больной, конечно, и у терапевта должны быть все представления об этом. Да, не надо их бояться. А если пришел больной, который получает химиотерапию, а если пришел больной, который входит вот в эту развивающуюся сейчас мощно кардионкологию или онкокардиологию, где наше лекарство, ваше лекарство взаимодействует, это огромная проблема. Но терапевт в любом случае фигура важная. Важная, важнейшая. Да. И просто надо тоже объяснять, я говорю, что не знаю, как донести, что не надо бояться наших пациентов, потому что при современной возможности иммунотаргетной, да, терапии, сочетания, комбинации, наши пациенты имеют высокие цифры продолжительности жизни. То есть мы
имеем возможность при и использовании... они не должны быть да, короче хронические пациенты. Я говорю, что когда я с вами пациентом говорю, вы понимаете, мы не можем вас большинство излечить, но мы можем перевести болезнь в хроническую форму, да. Как диабет. Это требует обязательного прихода, мониторирования, лечения. То есть это хроническая форма. Но она, я говорю, что жизнь продолжается. Во-первых, иногда болезни появляются уже на протяжении жизни. Если пациент живет 10-15 лет с раком молочной железы с дистиминированным, понятное дело, что паспортные данные-то изменяются в процессе жизни. Mm-hmm. И появляется уже и манифестирует куча других заболеваний. Mm-hmm. Но я говорю, что вот эта боязнь онкологический пациент у всех вызывает какой-то страх. У тех людей, которые не работают в онкологических центрах, больших, крупных, многопрофильных больницах, где это, в принципе, взаимосвязь уже налажена. То есть как бы потихонечку, мелкими шагами все это приходит понимание и у терапевтов, да, как лечить, как вести, потому что везде есть нюансы. И те подходы терапевтические, как там уровень целеактивного белка, все остальные, иногда можно экстраполировать наших больных, но опять же разумно и обсуждая это с непосредственно лечащим врачом-онкологом, mm-hmm. который понимает, что у наших пациентов, у каждого этот уровень целеактивного белка и сои повышен исходно. Это связано с самой болезнью. Поэтому это такое настолько важное, я говорю, что вы делаете такое вообще великое дело, притворяя вот эти знания, я говорю, пытаясь нас объединить, а не разъединить, потому что мы делаем одно дело для наших пациентов. Вот в качестве такого резюме услышать ваше мнение. То, чем мы занимаемся, и то, чего мы предлагаем. Как вы считаете, вот и форма, и содержание, вот ваше мнение. Аркадий Львович, вы делаете очень хорошую такую работу, я говорю, повторюсь, потому что это такая сверхзадача, объединение онкологов с врачами смежных специальностей, и терапевты, и кардиологи, что мы делали одно дело, я говорю, чтобы изменили вообще подход к нашим пациентам, не как, чтобы как от чумы, да, вот маршрутизация заключалась в том, что увидел онкологию, отправил к онкологу, она, конечно, хороша, но врач общей практики, в его силах помочь пациенту на этапе симптомов, потому что иногда пациенты, ну, надо признать, что иногда путь бывает их долг до онколога, да, в силу каких-то причин, в силу вот этого ковида. Если у пациента кровохарканье, одышка, то есть ему нужно назначить симптоматическую терапию, чтобы пациенту было легче. И это в вашей власти и возможности, потому что это все терапия, пропедевтика, это экстренная помощь. Поэтому это тоже надо объяснять врачам. Я говорю, не то, что поставил диагноз, онкологу. Пациент продолжает кровохарканье, у него одышка, ему никто не подсказал, что надо концентратор купить. Ну, какие-то вещи такие, чтобы облегчить его вот это состояние до момента попадания онколога, до момента установки диагноза. Потому что мы все знаем, что иногда биопсию мы делаем, выполняем гистологическое, иммуногистохимическое, молекулярное исследование. Это все время. И оно работает против самого пациента. У него нарастают паранеопластические синдромы. Что если мы видим анемию, у пациента, да, мы поставили диагноз онкологический, не надо его отправлять с этой анемией к онкологу. Надо все-таки скоррегировать, посмотреть до уровня железа, насыщения, трансферина, посмотреть фолаты, витамин В12 и сделать все возможное, чтобы пациент хотя бы лишился этого симптома, чтобы ему стало легче. Вот вы знаете, я еще вот хочу вам сказать, огромное количество людей в нашей стране живут там, где вообще нет ничего. Это я знаю. Да? Да. У нас страна огромна, да. И маршрутизация очень сложна. Вот эти центры. Иногда у людей просто, мы с онкологами говорим, с регионов. Да, я сейчас говорю не про центры. Да, нет, доехать не могут. До районного центра нет денег, нет возможности, нет сил. ФАПы, фельдшерско-акушерский пункт. Да, да, я говорю, мы хотим нашу программу и туда внедрить. Россия, она не ограничится Москвой, Петербургом. Я говорю, это огромная наша страна, да. Пласт. Все социальный уровень у всех пациентов абсолютно разный. Я говорю, что иногда жители мегаполисов и врачи мегаполисов живут другими мерками, но наша Россия, она необъятна. И, я говорю, финансово-экономическая ситуация иногда не позволяет даже больным, а иногда и сил у них нет. Даже 600 километров доехать, находясь, да, у них анемия, одышка, то есть у них паранеопластический синдром, доехать до онколога. И тут опять кто должен быть основным звеном в этой ситуации, конечно, чтобы да. дать возможность пациенту, дать ему силы, чтобы он доехал? Это, конечно, врачи общей практики. Да, а в результате каждый пятый
умирает. Каждый пятый умирает, потому что он не может доехать, потому что анемия – это не повод бросить больного. Анемию можно скоррегировать, это, еще раз повторюсь, в руках врачей общей практики. Словом, вы одобряете. Я одобряю, поддерживаю, я говорю, что это надо популяризировать и объяснять вот такие вещи, основы. Помимо раннего выявления, я говорю, не надо бросать пациентов, я говорю, и лишать возможности, потому что иногда ранние раки формы манифестируют тоже с выраженными паранеопластическими синдромами. И поэтому я говорю, что это состояние делает любой врач общей практики, конечно. Помочь больному по соматической патологии, скоррегировать ее, снизить давление, потому что больной находится в стрессе, ему ставят диагноз. То есть там начинается, вот где тонко, как я говорю, начинается все рваться, начинается гипертония, она декомпенсируется, люди не спят, им и так тяжело. Я говорю, здесь все в руках, я говорю, совместных, чтобы пациент смог дойти до онколога и получить терапию. Это очень хорошо, такое ваше заключение, что мы на правильном пути. Да, спасибо вам большое. Я говорю, это очень архиважное такое дело, нужное. Я говорю, мы будем рассчитывать на вашу помощь. Да, я с удовольствием помогу. Очень хорошо. Я хотел напомнить, что у нас вот в гостях была замечательная женщина, ученый, доктор медицинских наук, Юлия Вячеславовна Вахабова, один из известнейших наших онкологов. Еще раз вам всем спасибо. Спасибо вам за приглашение. Да. Спасибо, спасибо. Спасибо. Надо было назвать паранеопластический синдром тире или двоеточие маски рака. Вот это очень интересное название, которое в четырех словах раскрывает то, о чем я сейчас буду вам говорить, дорогие глубокоуважаемые коллеги. Паранеоплазии – это такие состояния, которые возникают у пациента, могут возникать внезапно, они проявляют себя различными признаками, и часто врачи их воспринимают как самостоятельное заболевание, что, конечно же, неправильно. Как понять, что это не самостоятельное заболевание? Как понять, где сопутствующая патология, а где паранеопластический синдром, как совокупность различных клинических симптомов какого-то заболевания? Сегодня мы с вами попытаемся понять. Я не буду, Аркадий Львович, заходить в дебри онкологии, потому что мы сегодня разговариваем с нашим передовым фронтом, я называю врачей, с теми людьми, которые, с теми коллегами, врачами, которые встречают пациента. И я буду говорить не то чтобы поверхностно, а очень-очень просто. И так, как я разговаривала бы с больными, а я терапевт прежде всего, и потом уже онколог. Как я, как терапевт, разговариваю с больным. Мне всегда очень интересно, Аркадий Львович, когда приходят пациенты, как начиналась болезнь, и какая была логистика, что было дальше с пациентом. И я всегда спрашиваю, вот вы пришли к терапевту с жалобой на кашель, а он что? А он меня отправил туда-то, на рентген легкого. И что? Обнаружили затемнение, поставили диагноз пневмония. Что было дальше? Меня госпитализировали в терапевтическую клинику. Дальше. Лечили антибиотиками, я себя прекрасно чувствовал, и меня выписали. Я здоровый человек. И тут я задаю вопрос. А снимок повторный сделали? А зачем? Я же здоровый человек, я ушел. И вот такие вопросы и такие беседы, они занимают большую часть моей консультации, но это меня очень обогащает. И я вижу, какие иногда ошибки делают наши коллеги. И сегодня об этом будем говорить. Итак, паранеоплазии – это такой комплекс клинических лабораторных признаков онкологического заболевания, которые абсолютно не связаны со стадией болезни, не связаны с объемом опухоли, с появлением метастазов. Этот синдром обусловлен выделением опухолью биологически активных веществ. И, как следствие, организм на них реагирует весьма неспецифически и реагирует по-разному. Это могут быть расстройства эндокринные, дерматологические, сердечно-сосудистые, нейромышечные, нефрологические, гастроэнтерологические, гематологические или, что очень трудно диагностировать, смешанные расстройства. Каковы же причины? В организме существует опухоль. Она сначала маленькая, и особенно у пожилых она длительно может существовать, ничем себя не проявляя, но выделяя при этом биологически активные вещества.
различные. Фактор некроза опухолей, различные белки, цитокины, интерлейкины, гормоны, факторы роста. Выделяя эти вещества, опухоль длительное время располагается оккультно, скрыто. Однако организм на нее почти всегда реагирует. Примерно у 20% каждый пятый онкологически больной имеет тот или иной паранеопластический синдром. Итак, организм реагирует. Каким образом реагирует? Выделением антител на антигены опухоли. То есть реакции иммунные и аутоиммунные реакции. И чаще всего вот такие иммунные реакции и аутоиммунные реакции встречаются при раке легкого очень часто. В моей практике, я вам расскажу различные примеры, очень часто рак легкого характеризуется различными паранеоплазиями. Какими в большинстве случаев, тоже поговорим чуть позже. Рак молочной железы, рак яичников, рак почки, гематология различная. Рак желудка, рак шейки матки, ну почти все, смотрите, гепатоцеллюлярная карцинома. Почти все опухоли, кроме рака кишечника, я не знаю, и в литературе тоже не встречала, чтобы рак кишечника вызывал какие-то паранеопластические синдромы. Почти все опухоли вызывают вот такие изменения. Надо понимать, что паранеоплазии выявляют также и при некоторых доброкачественных новообразованиях и заболеваниях неопухолевой природы. Все паранеоплазии объединяют нечто общее, но очень и очень неспецифическое. Неспецифические признаки. Посмотрите, лихорадка, ночная потливость, анорексия, кахексия. Все эти так называемые симптомы малых признаков, которые весьма часто онкологи весьма часто наблюдают, они характерны для паранеоплазии. Поэтому, дорогие коллеги, когда к вам приходит пациент на прием по поводу, там, я не знаю, кашля, и вдруг он говорит вам, или вы у него спрашиваете, что здорово, если вы активно выявляете, задаете активные вопросы. И вдруг он вам сообщает, что он потеет по ночам в последнее время довольно часто, то это повод задуматься, а нет ли у него онкологического заболевания. Потому что опухоль выбрасывает цитокины, опухоль выбрасывает различные медиаторы, которые вовлечены в различные процессы и проявляются клинически это в виде лихорадки, ночной потливости, анорексии или кахексии. Вот это мои любимые паранеопластические симптомы, потому что у меня была очень яркая пациентка, и мы опубликовали с моими ординаторами статью в 2014 году, которые потом некоторые журналы просили разрешение перепечатать, и мы давали такое разрешение. Это потрясающий случай у женщины, которой поставили диагноз «черный акантоз». Вот ее фотография. Вот ее фотография. Вот это и вот это. Почему-то здесь нет шеи. Но я пишу это словами. Черный акантоз и различные другие кожные паранеопластические симптомы возникают задолго до заболевания. И в основном это заболевание женской половой сферы. У этой женщины был рак шейки матки. И она обратила внимание, что у нее стала темнеть кожа подмышек, кожа паховых складок, кожа половых органов и кожа задней поверхности шеи. По этому поводу она никак не лечилась, она обратилась к дерматологу. Дерматолог поставил таки диагноз «черный акантоз», но, ничтоже сумнявшись, отпустил пациентку, хотя черный акантоз – это известная вещь, она очень связана со злокачественными заболеваниями. В 1962 году я нашла потрясающую красивую работу одного автора по фамилии Кёрт, который провел 52 аутопсии людей, страдающих черным акантозом. И у каждого такого человека, у каждого такого больного была аденокарцинома того или иного органа. И эта работа стала классической, дерматологи часто на нее ссылаются, а
В нашем случае это был рак шейки матки. И что удивительно, когда эта женщина спустя несколько лет все-таки ей поставили диагноз рак шейки матки, и мы начали ее лечить, и с успехом нашего лечения, по мере того, как уходила опухоль, уходила пигментация. И мы провели им какое-то определенное положенное количество химиотерапевтических курсов, она прошла хирургическое лечение и уехала, она была из другого города и уехала домой. Через 2 года она вернулась с рецидивом и сказала у меня на консультативном приеме: вы знаете, Елена Петровна, я знала, что это будет, поскольку кожа подмышек стала темнеть. Кожа подмышек стала темнеть, она прошла полное обследование, КТ 3 областей, как мы говорим, и наше излюбленное обследование, когда мы включаем КТ органов грудной клетки, брюшной полости и малого таза. Ничего нигде не было. Но предвестник уже был. Черный, ухудшение состояния со стороны черного акантоза, гиперпигментация появилась. Да, действительно, мы увидели у нее рецидив, пролечили, акантоз побледнел, кожа очистилась, и так было несколько раз. С каждым разом это все протекало хуже, хуже, тяжелее, тяжелее, и пациентка в итоге погибла. Но очень красивая фотография и такой яркий-яркий случай, который мы опубликовали с моими ординаторами в одном из журналов. Ну, это я уже говорила. Хотела бы показать дальше и перейти дальше, но у меня не получается. Спасибо. Гастроинтестинальные паранеопластические синдромы. Ну, на мой взгляд, вообще ярчайшие. Вот как можно пройти мимо этого и как можно не поставить диагноз, когда человек жалуется на потерю аппетита, когда человек жалуется на похудание. Это самые распространенные синдромы при онкологических заболеваниях. Это рак желудка, рак кишечника, рак пищевода, как правило, характеризуется и манифестирует именно такими гастроинтестинальными паранеопластическими симптомами. Поэтому, Аркадий Львович, конечно, в вашем опроснике нужно поставить и такой вопрос: потеря аппетита и похудания. Я не помню, было ли в вашем опроснике. Это важная вещь. Во-первых, это общие онкологические, так называемые синдром малых признаков, да, похудания и потери аппетита. А во-вторых, ну это просто ярчайшая вещь. Это взял, я же не онколог, как вы понимаете, угу. Я это взял из международных каких-то рекомендаций. Рекомендаций, да. Но мы можем это уже с вашей помощью. Давайте. Знаете, давайте сейчас вместе. Мне принесли вопрос одного из докторов. А, прекрасно. Да, ночная потливость. Угу. Дальнейшие действия. Да, ночная потливость в основном мы наблюдаем при гематологических. Онкогематологии. Онкогематологии, да, при онкогематологических расстройствах. И мы проводим онкопоиск после этого. Ночная потливость. Я бы как терапевт посоветовал начать с простого анализа крови. Да, и посмотреть, Аркадий что Львович, там. Аркадий Львович, вот я с вами совершенно не согласна. Нет, да? Знаете почему? Потому что почему-то все думают, и врачи, и особенно наши пациенты, что у онкологического больного анализ крови должен быть ужасный. Я ничего не про онкологическую подобного. Сейчас ситуацию говорю. Там же ночная потливость, не обязательно должна быть онкология. А, ну я-то замкнута только на онкологии. Конечно, боже, там какие-нибудь эндокардиты, я не знаю, там хорошо. Масса всего. Хорошо, тогда анализ крови. Анализ крови дает хоть какую-то историю. А может быть, там, я не знаю, селезенка увеличена, а может быть, это вообще... А что с температурой? Ну, тут много всего таких вещей. Но если вернуться как на путь рельсы паранеопластических, вот тогда вас слушаю. Да. Тогда действительно, может быть, анализ крови... Не показательная. Абсолютно не показательная, да, Аркадий что Львович. Посоветовать? Тогда вытаскиваем опросник, который предложил профессор Верткин, и идем по этим вопросам. И они совершенно правильные, опорные, красные флажки, которые помогают нам, как следователям, идти шаг за шагом по этому диагностическому поиску и распутывать эту ситуацию. Я такие вещи очень люблю, когда есть какой-то один тревожащий симптом, и начинаю, как я говорю, прокручивать пациента. Коллеги, вы задаете те же самые вопросы, которые Аркадий Львович предложил. И какой-то вопрос выстрелит обязательно, будь то похудание, будь то отвращение к еде,
будь то повышение, не обязательно лихорадка, субфебрильная температура, а дальше мы приходим к инструментальным, к инструментальной диагностике. Да, но я бы все-таки предложил доктору или тому, кто нам написал, все-таки бы уточнить, о ком идет речь, о женщине или о мужчине, и в каком возрасте. Какой возраст? Ну, да, конечно. Потому что так просто ночная потливость, ну вот абстрактно, но, наверное, этого маловато. Нет, Аркадий Львович, но мы же, конечно, и нам сейчас это как бы не в рамках этого вебинара, но поскольку был прекрасно задан общий вопрос, мы с вами и отвечаем, правильно? Да. Неважно, мужчина или женщина, смотрите, берете этот опросник, задаете вопросы, а дальше какой вопрос выстрелит в ту сторону и идете. Но конечный этап, конечно, это инструментальная диагностика. Онкомаркеры. У нас будет вебинар отдельный, да? Потому позже. Что это огромная тема. Эту тему обожают наши пациенты, обожают. И я на каждом приеме об этом рассказываю. Давайте поговорим со вкусом об онкомаркерах дальше. Итак, потеря аппетита и похудание, то, что профессор Вёрткин пообещал включить в наш опросник, это вообще вещь прекрасная. А это почти всегда пациенты жалуются на то, что... Ну, классика, когда я раньше читала учебники, я думала, что это придумки, нет, это не так, что отвращение к мясной пище. Это просто классика. А также классика извращения вкуса, появление металлического какого-то привкуса во рту, или все невкусно становится, пища невкусная, и они много солят, и делают острую пищу для того, чтобы почувствовать ее вкус. Это классический гастроинтестинальный паранеопластический симптом, связанный, скорее всего, с... как правило, с раком пищевода и раком желудка. Эндокринные паранеопластические симптомы – это целое вообще здесь целый лес. Это такие джунгли, которые очень трудно и разобраться. И у меня есть очень хорошие коллеги, эндокринологи, которым можно вот так просто с приема позвонить и сказать, слушай, вот у меня то-то, то-то, давай вместе, как ты думаешь, что это может быть. И... Конечно, это трудная вещь. Я признаюсь вам, Аркадий Львович, что я не сильна во всех этих гормональных взаимодействиях. Я просто очень часто, когда пациентов спрашиваю, особенно рак поджелудочной железы. Особенно рак поджелудочной железы. У мужчин, в основном это страдание у мужчин, в основном после 56-60 лет, у курильщиков вдруг поднимается глюкоза крови. Приходят на прием к терапевту. И терапевт, ну что, ставит диагноз какой? Ну ясно какой, сахарный диабет второго типа, инсулин независимый. И все. И назначает ли таблетки там, или что-то там, да, ну таблетки. И лечит с успехом. Но точно так же манифестирует рак поджелудочной железы. Точно так же манифестирует рак поджелудочной железы. И вот тут, кстати, на помощь могли бы прийти маркеры. Потому что маркеры при раке поджелудочной железы – это вещь очень чувствительная, да, и очень специфичная. Мы поговорим об этом в следующий раз. Эндокринная паранеоплазия, синдром Кушинга, карциноидный синдром, аномалии водно-электролитного обмена, гипогликемия, гипертензия. Ну, как можно? Вот гипертензия у каждого, наверное, первого пациента в возрасте и так далее и тому подобное, они все могут нам говорить о том, что у пациента есть злокачественная болезнь. Давайте еще, значит, вопрос. С удовольствием. Да, добрый вечер. Скажите, пожалуйста, терапевту относиться... Добрый вечер, скажите, пожалуйста, как терапевту относиться к ускоренному СОЭ у онкологически больных. К примеру, если в динамике стало нарастать, стоит ли отправлять на консультацию повторно? И еще, СОЭ может как-то указывать на то, что возможно онкопатология у больного. Может ли СОЭ указывать, что у больного онкопатология? Итак, первое, может ли СОЭ учитывать? Я поняла, Аркадий Львович. Все поняла, Аркадий Львович. Если позволите, я начну отвечать. Глубокоуважаемая коллега или глубокоуважаемый коллега, вопрос очень хороший. СОЭ – это общий признак, неспецифический признак. Конечно, он не может указывать на то, что у пациента есть онкологическое заболевание, безусловно.
Но если у пациента уже установлен диагноз рак, то повышение СОЭ может говорить о... Нет, не о прогрессировании ни в коем случае, а об ухудшении того состояния, которое вокруг рака. Я очень сложно сказала, сейчас объясню, что я имела в виду. Дело в том, что каждый фокус рака окружен ободком перифокального воспаления, особенно, например, рак легкого. Почему рак легкого манифестирует пневмонией? Потому что вокруг опухоли всегда ободок перифокального воспаления, и при этом СОЭ повышена как неспецифический признак общей воспалительной реакции. То же самое при других заболеваниях. Например, метастазы в кости. У пациента ничего не беспокоит, только боль в пояснице. Но у кого из нас нет боли в пояснице? У всех, включая меня, есть боль в пояснице. Но при этом у меня нет повышенного СОЭ, а у пациентки, страдающей раком молочной железы, нераспознанным, с множественными метастазами в кости, как правило, СОЭ повышен. Потому что это не специфическая воспалительная реакция со стороны костной ткани. Можно я встряну? Да. Я сейчас не говорю про подтвержденные онкологические заболевания и ускорение СОЭ. Так. Я сейчас говорю об ускорении СОЭ, вообще как к этому относиться, но, может быть, отвечая на первый вопрос. А, к этому относиться настороженно, конечно. Я свою хочу дать рекомендацию, потому что это написано в старых книжках. Так меня учили, так написано в книжках великих терапевтов. Во-первых, что такое ускорение СОЭ? Одно дело это 30-40, другое это 70-60. Так вот, СОЭ выше 60 прекрасно. Свидетельствует согласна. Либо о миеломной болезни, согласна. Либо о гипернефроидном раке почки, согласна. Либо о системном заболевании. Абсолютно согласна. У наших пациентов СОЭ, я скажу, Аркадий Львович, больше 100. Конечно, чем, конечно, коррелирует с цифрами, безусловно. Да, да, спасибо хорошо. Большое. А вот смотрите про неврологию. Это тоже целый вообще темный лес, неврологические паранеопластические симптомы. Но я в них в какое-то время стала разбираться лучше, коллеги. Конечно же, после того, как я столкнулась со случаем, с очень красивым случаем, и у меня тоже есть статья, и тоже с моим другим ординатором по поводу этого, когда к нам поступил пациент 65 лет, с генерализованным раком легкого, и он длительное время страдал так называемым симптомом хлопающей стопы. У него вдруг стала подвисать стопа. И это было на протяжении последних 2 лет до диагностики. И он лечился у разных неврологов без эффекта. И как дальше сложилась удивительная его судьба, что помогло ему поставить диагноз. Но, к сожалению, уже поздно, на поздней стадии рака легкого. Однако каждый раз, когда мне пациент рассказывает такие истории, я их очень люблю. Итак, он лечился без успеха по поводу вот своей хлопающей стопы. Ему стало тяжело ходить, у него появилась слабость в ногах, так называемая саркопения или мышечная слабость. И он из-за этого поскользнулся и упал. Дело было зимой, он упал на пороге входа в супермаркет и повредил сустав плечевой. Ему выполняют снимок и случайно задевают край легкого. И там видят огромную опухоль. И после этого ситуация стала раскручиваться. В итоге ему поставили диагноз рак легкого, он попал в мои руки. И просто нагляднейший признак неврологического паранеопластического симптома, который уходил с течением химиотерапии. Мы его лечили, поначалу очень успешно лечили, и болезнь уходила, и симптоматика уходила вместе с болезнью. Как только болезнь возвращалась, симптоматика возвращалась также и становилась более тяжелой. И я вижу, у нас есть вопрос. Еще один вопрос. Пациенту около 60 лет. В течение 1,5 лет мелкоточечная сыпь на передней брюшной стенке и на спине. При надавливании не исчезает. В анамнезе ожирение, желчно-каменная болезнь, артериальная гипертония. Ну, такие вопросы вы задаете, конечно, совсем непростые. Вы хотите их уложить в рамки паранеопластического синдрома? Какие ваши комментарии? А, интересный вопрос. Ну, этого, наверное, недостаточно для того, интересный чтобы... Интересный вопрос. У меня сразу очень много всего
в голове крутится, недостаточно, конечно, недостаточно. Чтобы строить какую-то онкологическую часть. Конечно. А что вообще, что еще там, ну, про больше пациента? Больше ничего, метаболический синдром. Метаболический синдром. И 60 лет, даже не написано, кто это, пациент, мужчина. Слушайте, ну сыпь. Сначала что мы исключаем? Аллергическую сыпь, да, аллергическая природа. Мы исключаем это, как, давайте мыслить как терапевты. Мы видим перед собой мужчину повышенного веса, у него метаболический синдром, и у него это сыпь. О чем мы думаем? Мы думаем о том, что у него аллергия, и мы это сначала исключаем. Да, она может быть лекарственного генеза, какого угодно. Исключили. Потом... Ну, это вариантов огромное количество, много, да, много. В том числе и кожные заболевания, и самое банальное, конечно, лекарственная аллергия. Самое банальное, с учетом метаболического такого синдрома, наверное, пьет много разных лекарств. Вот это надо уточнить. Но я все-таки стою на своем. Ну, на основании только вот так сыпи. Ну, какой анализ крови? Ну, давайте от простого. От простого. Анализ крови нужен. Но без этого очень все сложно куда-то двигаться. Да, мало. Мало информации, да. Коллеги. Вот вопросы задавайте, они очень хорошие, интересные, мне очень нравится на них отвечать. Но да. Давайте больше характеристик больного, да. Чтобы мы могли за что-то сложно, зацепиться, с чего-то начать. По потливости, по сыпи. С чего-то начать. Да. Вот знаете, вот говоря про кожу, например, да, вот телеангиоэктазии, например, телеангиоэктазии, они довольно часто бывают при... Вот я химиотерапевт, когда мы лечим химиотерапией от различных заболеваний. Но также они довольно часто бывают при раке печени, телеангиоэктазии. Ну, в данном случае он здесь пишет, не телеангиоэктазии, да, что, наверное, да? Не телеангиоэктазии. Но тем не менее, все равно функцию печени надо посмотреть. Да. Ну, кусок из жизни просто, да, очень, да. Очень мало. Я люблю отправлять пациентов на анализ крови ИГЕ, иммуноглобулин Е. Он очень чувствительный, если это аллергия любого генеза, как правило, иммуноглобулин Е повышен, это у вас уже документально объективная вещь, и вы начинаете раскручивать эту историю. Пищевые привычки, алкоголь, что принимает, может быть, у него полипрагматические всякие назначения, да, у него масса всего, какие-то лекарства между собой конфликтуют. Я бы предложил прислать бы выписку. Да. Пришлите выписку. Да. И мы тут, да, пришлите. У нас тут количество коллег, которые могут проконсультировать, огромное. Да, пришлите выписку, чтобы можно было хоть как-то вам помочь в этой диагностике. Мы можем продолжать. Да, конечно. Мы можем продолжать. Итак, про неврологические паранеопластические симптомы я вам рассказала на примере этого пациента. И мы переходим к следующему разделу нашего вебинара – это ревматология. Ревматологические паранеопластические симптомы. Нижняя фотография – это пальцы рук женщины, моей пациентки, которая, как вы понимаете, уже по часовым стеклам, Аркадий Львович, страдала раком легкого. И вот интересная история. Она страдала раком легкого. При этом вот эти часовые стекла, она не курила. Часовые стекла появились в какой-то там после 45 под 50 лет. Нет бронхоэктатической болезни, да. То, что да. Это часто, да. Бывает. И появилось искривление пальцев и жалобы на боли. Она лечилась у разных врачей без эффекта. По поводу ревматического артроза, артрита, на самом деле имея рак легкого. И ко мне пришла в продвинутой, в тяжелой стадии рака легкого с жалобами ни на что, а жалобами именно вот, что она сидит с внуками, не может ухаживать за внуками, каждое движение причиняет боль. Что удивительно, на фоне химиотерапии боль из кистей уходила. Хотя вот такие вещи я еще люблю и антибиотики присоединять, потому что они отвечают хорошо на вот такую сочетанную терапию. Итак, ревматологические паранеопластические синдромы встречаются как при ревматоидных заболеваниях, это ясное дело, так и при злокачественных новообразованиях. При раке легкого, конечно же, характерно для гемобластозов, для почечно-клеточного рака, да, конечно, для почечно-клеточного рака, лимфомах и миеломе.
Онкологические заболевания в мире в 2018 году являются причиной номер два после болезни сердечно-сосудистой системы в качестве смертельных исходов жителей нашей страны. Мы, по большому счету, ничем не отличаемся от всего цивилизованного мира, потому что проблема сердечно-сосудистых заболеваний всегда проблема номер один. Проблема онкологических заболеваний – это вторая по частоте причина смерти. Если вы посмотрите, то в плане заболеваемости самое частое – это рак легкого, рак молочной железы, колоректальный рак, рак предстательной железы и рак желудка. Если мы посмотрим на причину смерти от онкологических заболеваний, здесь структура маленько другая, все равно на первом месте рак легкого, в пятерке также колоректальный рак, рак желудка, рак молочной железы, но в пятерку также попадают и опухоли печени. Это данные, которые международные. В нашей стране ситуация примерно такая же. Единственное, что рака печени чуть поменьше, и в целом сохраняется та же тенденция. Но вот данные по России за 2019 год, вы видите, они очень похожи. В плане заболеваемости все те же основные лидеры – это трахея и бронхи, предстательная железа, желудок, ободочная кишка, прямая кишка и онкогинекология. Это для мужского и для женского населения соответственно. Какие основные противораковые мероприятия на сегодняшний день разработаны, которые позволяют улучшить наши результаты? Это четыре основных больших группы. Это профилактика, диагностика, лечение и реабилитация. Ну вот про реабилитацию и про лечение мы с вами сегодня разговаривать не будем. Это такие специфические вещи. А маленечко поговорим больше всего про профилактику в плане вторичной профилактики и чуть, наверное, меньше про различные модели диагностики онкологических заболеваний. Ну, начнем с профилактики. Профилактики выделяют три основных направления: первичная, вторичная и третичная. Первичная профилактика – это огромный комплекс мер, направленный на предупреждение, в принципе, развития онкологического заболевания. Чуть подробнее остановлюсь на следующем слайде. Вторичная профилактика – это вот как раз и есть различные скрининговые программы и программы ранней диагностики. Вторичная профилактика направлена на то, чтобы на максимально ранней стадии, оптимально на стадии доклинической, обнаружить злокачественную опухоль для того, чтобы менее инвазивными способами, менее травматичными достичь наиболее хороших результатов. Ну и третичная профилактика – это, по большому счету, предупреждение инвалидизации, раннее выявление прогрессирования. И, наверное, в третичную профилактику отчасти входят и все реабилитационные мероприятия. Ну, примеры первичной профилактики. Безусловно, это здоровый образ жизни, и мы все хорошо с вами знаем, что то, что с нами случается в плане нашего здоровья, на 60% зависит от нас с вами, от того, насколько мы грамотно питаемся, от того, насколько активный с точки зрения физической активности образ жизни мы ведем, насколько мы можем отказаться от вредных привычек, и это вот ключевой вклад в наше с вами здоровье и здоровье наших пациентов, и роль наши онкологов, как узкоспециализированных специалистов, так и роль ваша – это вести в том числе и пропаганду этого здорового образа жизни. Если посмотреть более специфические методы первичной профилактики, то это, безусловно, вакцинация от вируса гепатита B. Это является эффективным методом профилактики развития гепатоцеллюлярного рака. И второе направление, тоже о котором все хорошо знают, это вакцинация от вируса папилломы человека. Это является профилактикой широкого спектра различных онкологических заболеваний. У всех почему-то сразу ассоциация вируса папилломы человека с таким диагнозом, как рак шейки матки. И, безусловно, это, наверное, одно из самых частых онкологических заболеваний, связанных с этим вирусом. Но не надо забывать, что этот вирус живет в любом плоском эпителии. Соответственно, это рак анального канала, это практически большое количество различных онкологических заболеваний орофарингеальной зоны, поэтому не случайно вот профилактику в виде вакцинации от вируса папилломы человека в Европе и в Соединенных Штатах Америки применяют не только у девочек, но и у мальчиков. И тут также очень важно помнить о сроках начала этой вакцинации, оптимально, чтобы это случилось до первого инфицирования вирусом папилломы человека. То есть, еще раз, первичная профилактика – это различный комплекс мероприятий,
направленных на то, чтобы у человека онкологического заболевания в принципе не могло развиться. Переходим к вопросам вторичной профилактики. Вопросы вторичной профилактики направлены на то, чтобы выявить опухоль на очень ранней стадии, либо на доклинической стадии. И направлены на то, чтобы получить максимально хорошие отдаленные результаты лечения с минимальными при этом затратами. И здесь есть две большие группы мероприятий, которые относятся к разряду вторичной профилактики. Это скрининг и ранняя диагностика. Это две очень разные, очень сложные группы заболеваний, их не надо путать между собой. И надо понимать, что это всегда, как правило, государственные программы, которые направлены на то, чтобы сэкономить финансирование на лечение той или иной патологии и, самое главное, повлиять на смертность от данного заболевания. Чем принципиально отличается скрининг от ранней диагностики? Ну вот помимо вот этой условной шкалы, которую вы видите, что скрининг вроде как должен выявлять доклинические формы и преинвазивный рак, а ранняя диагностика, как правило, выявляет уже инвазивные, но не распространенные формы злокачественной опухоли, ключевым различием является то, что скрининг проводится в популяции абсолютно здоровых людей, когда человека ничего не беспокоит, когда у него все хорошо, и это определенная сложная государственная программа. Ранняя диагностика, как правило, начинается уже тогда, когда пациент с какими-то признаками заболевания уже приходит, либо когда пациент провел какие-то исследования по поводу других заболеваний, но в рамках этих исследований важно не пропустить в том числе и возможные онкологические заболевания. Ну, пример абсолютно простой, например, мы остановимся чуть подробнее, когда будем разбирать рак легкого, скрининг рака легкого, когда мы абсолютно здорового человека, который соответствует определенным критериям, в определенном возрасте отправляем на компьютерную томограмму с целью поиска возможных злокачественных образований. А ранняя диагностика – это, например, когда человек пришел сделать компьютерную томограмму по поводу каких-либо проблем, ну, сейчас актуально, например, по поводу коронавируса, и делая это исследование, выполняя компьютерную томограмму, мы не только оцениваем, есть или нет коронавирус, есть или нет пневмония, но и при этом обращаем внимание на те признаки, которые могут быть признаками злокачественного опухоля. Что касается скрининга. Еще раз, скрининг – это не оборудование. Скрининг – это не какой-то конкретный тест. Скрининг – это крайне сложные, высокоорганизованные системы. Здесь обязательно в комплексе должна быть методика, оборудование, с помощью которой эта методика выполняется, система привлечения пациентов на эти обследования, система дальнейшего ведения этих пациентов, если вдруг мы в результате скрининга что-то выявляем. И цель скрининга, если немедленное – это выявить доклинический рак, то глобальная цель – это снижение популяционной смертности. И именно вот по этому критерию эффективность скрининга и оценивается. Если после внедрения каких-то мероприятий мы видим, что с течением какого-то времени от конкретно данного заболевания смертность в стране снижается, значит, мероприятия, которые были разработаны и внедрены, были эффективны. Если мы в результате скрининга выявили огромное количество злокачественных опухолей. Если мы при этом каким-то образом стали выявлять эти злокачественные опухоли, может быть, на ранних стадиях, но при этом на смертность это никак не повлияло, значит, те мероприятия, которые мы разработали и внедрили, являются неэффективными, и в качестве скрининга они не работают. Представления по скринингу, они в принципе, разработанные, и многие направления сейчас уже хорошо известны, но, к сожалению, надо констатировать, что на сегодняшний день в России работающих скрининговых программ нет. У нас в различных регионах есть элементы скрининга рака шейки матки, скрининга рака молочной железы, рака предстательной железы и колоректального рака. Но, к сожалению, до сих пор нет ни одного региона, где все мероприятия были бы организованы в полном объеме и где можно было бы явно продемонстрировать снижение смертности от той или иной локализации. Что касается организации скрининга онкологических заболеваний, кто должен этим заниматься? Онкологи, к сожалению, могут оказать только методологические разработки, методологическое обоснование, рассказать,
какими методами это целесообразно делать, какими нецелесообразно и как логично это организовать. Но выполнять непосредственно скрининг должны медицинские специалисты, начиная с фельдшерско-акушерского пункта и заканчивая все-таки врачами первичного звена. Почему это так? Ну вот посмотрите на элементарную статистику. По нормативу медицинского персонала, если врачи первичного звена норматив 43 на 10 тысяч населения, то онкологи это 0,4 на 10 тысяч населения. Ну и совершенно очевидно, что пол землекопа не может выполнять работу по скринингу, учитывая то, что на онкологах еще лежит и нагрузка по лечению этих пациентов. Таким образом, онкологическая служба, как правило, во всех странах, это характерно не только для нашей страны, она разрабатывает методологические подходы, определяет те методы, которыми необходимо это делать, осуществляет такой методологический контроль, но скрининг проводят медсестры, фельдшер и врачи первичного звена. История скрининга, она уже не нова и скоро будет уже практически 100 лет с момента внедрения различных скрининговых мероприятий. Первый, кто занялся вопросами скрининга, был Георгиос Папаниколаос, греческий ученый, пионер онкоцитологии. И в 1928 году он опубликовал первое сообщение о возможности онкоцитологического скрининга. Как с помощью мазков с шейки матки можно на ранней стадии или на стадии предопухолевой патологии выявить процессы онкологические в шейке матки, таким образом максимально эффективно помочь этим женщинам и снизить смертность от этого заболевания. Ну, настолько значимым является это событие и настолько значима фигура Георгиоса Папаниколаос, что вот у каждой европейской страны есть возможность на евро напечатать одного единственного представителя своей страны, который внес наибольший вклад в развитие европейской культуры и цивилизации или в развитие мировой цивилизации. И вот сообщество греческих граждан выбрало в качестве вот такого человека для печати на евро как раз вот Папаниколаос. Какие есть виды скрининга? Условно выделяют их три. Популяционный скрининг – это когда обследуется вся популяция без ограничения. Массовый скрининг на какой-то конкретной территории или в учреждении. Или селективный скрининг по факторам риска по различным. Большие исследования, европейские и международные, показывают, что глобально на снижение смертности в регионе влияет только популяционный скрининг. Все попытки проведения селективного и массового скрининга, как правило, на общую смертность в регионе не влияют. Но, тем не менее, тоже довольно интересные мероприятия, которые могут приносить свою пользу. Например, если мы говорим про массовый скрининг, то это прежде всего, наверное, на сегодняшний день актуально для крупных предприятий. И если учредитель этого предприятия является человеком, который проявляет социальную активность, социальную ответственность, вот в рамках какого-то крупного завода, крупной фабрики, крупного холдинга, можно организовать массовый скрининг, это, безусловно, повлияет на уровень здоровья сотрудников этого предприятия, но надо понимать, что даже если это градообразующее предприятие, вряд ли это существенно скажется на результаты смертности от данной патологии в регионе в целом. Еще более узкий скрининг – это селективный, это, например, скрининг по определенным фактором риска. Мы чуть позднее будем говорить о наследственных заболеваниях, и вот скрининг в этой группе населения. Конкретно индивидуально для этих групп населения это значимая процедура. Но, опять-таки, в целом для снижения смертности в регионе селективного скрининга недостаточно. Еще раз хочу остановиться на том моменте, да, что скрининг он не имеет ничего общего с ранней диагностикой, он не имеет ничего по большому счету общего с такими большими глобальными гуманными целями в плане здоровья о каком-то конкретном индивидуальном человеке. Скрининг – это задача государства снизить смертность прежде всего, и второе – сократить расходы на лечение какой-то конкретно патологии. То есть те средства, которые вложены в скрининг, должны окупаться снижением затрат на лечение данной патологии и должны окупаться с уже снижением инвалидизации и смертности населения от той или иной патологии. Но исходя из этого, требования к скринингу.
заболевание, которое мы пытаемся подвергнуть скринингу, должно быть важной социальной проблемой. Ну, например, рак легкого, рак молочной железы, рак шейки матки – это важная социальная проблема, потому что количество заболевших большое, большое количество заболевших в молодом трудоспособном возрасте, то есть те пациенты, которые могли бы приносить стране пользу, выполняя свою прямую функциональную обязанность на рабочем месте. И имеет смысл в этом направлении двигаться. Почему я и начал свой слайд с тех наиболее значимых заболеваний, наиболее частых заболеваний, которые есть в плане онкологии. Ну, предельно простой пример. Абсолютно бессмысленно организовывать скрининг опухолей головного мозга или сарком мягких тканей или сарком костных, потому что заболеваемость конкретно данным видом патологии, она крайне маленькая, и мы должны обследовать с каким-то методом огромное количество населения для того, чтобы выявить одно подобное заболевание. Например, саркомы, заболеваемость 0,2 на 100 тысяч населения. Но понятно, что затраты и вложения в обследование очень большие, а потенциальная возможность выявить это заболевание крайне маленькая. Следующий момент. Мало того, что это заболевание должно быть социально важной проблемой и часто встречаемой проблемой, должна быть ясно распознаваемая доклиническая фаза. И вот это вот окно между дисплазией и раком, либо очень длительный период преинвазивного рака, либо микроинвазивного рака. И такое, к сожалению, есть далеко не при всех онкологических заболеваниях. Если мы, например, возьмем колоректальный рак, то в подавляющем большинстве случаев развитие опухоли идет поэтапно и очень постепенно. Сначала гиперплазия, потом полип, потом дисплазия, потом микроинвазивная форма аденокарциномы, и потом уже начинается инвазивная форма и метастазирование. И вот это окно, оно очень длительное для колоректального рака и составляет порядка 5 лет. То есть у нас есть огромный по времени запас, когда мы можем выявить заболевание на стадии полипа и совершенно понимаем, что удалив полип, мы тем самым полностью избавляем пациента от развития конкретно из этого полипа злокачественной опухоли. Ну и тут у нас можно провести какие-то логичные моменты. Если мы смотрим, что пик заболеваемости колоректальным раком приходится на 55 лет, понимаем, что прежде чем возник рак, это как минимум 5 лет вот этих предопухолевых различных фаз и стадий, мы можем в 50 лет сделать однократную колоноскопию, выявить полипы, убрать их, таким образом огромное количество пациентов спасти от развития злокачественной опухоли. Есть обратные ситуации, например, условно возьмем рак поджелудочной железы. Вот там, к сожалению, такой внятной, длительной истории развития злокачественной опухоли нет. То же самое касается, например, злокачественных опухолей яичника. Скорость развития заболевания довольно большая. Не исключено, что заболевание развивается деново на фоне каких-то неизмененных тканей вследствие возникновения различных причин, мутаций в том числе. Да? И поэтому целесообразность скрининга данных локализаций, даже если они частые и важные, она существенно снижается. Следующий момент. Если мы что-то выявили, какое-то заболевание на ранней стадии, то это заболевание должно иметь эффективные подходы к лечению. И лечение доклинической стадии должно быть значительно более эффективно, чем лечение инвазивных форм. Но опять-таки простой пример. У нас есть очень эффективные методы лечения рака молочной железы на сегодняшний день, или колоректального рака, или рака легкого. Разработаны и хирургические подходы, и различные подходы по лекарственной терапии, в том числе таргетной иммунотерапии. И мы нашим пациентам можем дать прибавку в годах, даже если мы говорим о распространенной стадии заболевания, и шанс на полное излечение, если мы говорим о ранних стадиях заболевания. Совершенно другая ситуация, например, при опухолях головного мозга, когда таких эффективных способов лечения, сверхэффективных, не разработаны, и мы всегда ограничены в выборе. Лечение таких пациентов должно быть стандартизованным. Тест для скрининга должен быть простой, безопасный, недорогой и точный. Опять-таки возвращаемся к вопросу о том, что когда мы говорим о скрининге, мы говорим об обследовании огромного количества пациентов. Соответственно, если тест будет дорогой, то это будут очень неоправданно большие вложения в проведение этого теста. Если этот тест будет инвазивный или опасный, то
у большого количества пациентов могут возникнуть осложнения, и опять-таки придется делать экстра затраты на коррекцию этих осложнений. Ну, вот, например, цитологический метод исследования на сегодняшний день предельно простой, предельно точный и абсолютно безопасный. А, например, если мы будем говорить о таких методах обследования, как колоноскопия либо ФГДС, то вот тут уже этот метод условно подходит для организации скрининга, потому что, во-первых, он довольно дорогой, во-вторых, он непростой, он сложно распространяется до уровня, ну, например, каждого первичного звена. И самое главное, например, если мы говорим про колоноскопию, там есть определенный процент осложнений, которые сами по себе могут быть довольно опасными для жизни или довольно опасными, ну, довольно дорогостоящими в плане их коррекции. Стратегия скрининга должна быть актуальной. Что это значит? Это означает, что мы должны обследовать совершенно адекватные, понятные возрастные группы, и у нас должен быть совершенно четкий межскрининговый интервал. Ну, опять-таки, два примера. Каждый вид злокачественной опухоли, он имеет определенные пики возрастные, в которые наибольшее количество заболевших мы определяем. И совершенно очевидно, что, например, в возрасте 20 лет проводить скрининг на рак молочной железы или на колоректальный рак абсолютно бессмысленно, потому что вероятность того, что в 20 лет мы обнаружим какую-то злокачественную опухоль, она есть, но она крайне маленькая. Я уже приводил этот пример, что если пик заболеваемости колоректальным раком приходится на 55 лет, и мы знаем, что период развития около 5 лет, логично начать с 50. То же самое верхняя граница возраста. Мы планируем выявить опухоль на доклинической стадии. С момента доклинической стадии до смерти от этой злокачественной опухоли, если это благоприятные в плане вот этого окна виды, проходит опять-таки несколько лет. И, соответственно, начинать затею со скринингом в возрасте 90-95 лет у пациента с выраженной сопутствующей патологией, с колоссально высоким риском смерти от различных интеркурентных заболеваний, задача тоже абсолютно бессмысленная. Второе – это межскрининговые интервалы. Совершенно понятно, что если мы провели скрининг в 50 лет, абсолютно нелогично ждать, что дальше на протяжении всей жизни никогда с этим пациентом ничего не случится. И тут опять-таки надо понимать, о каком заболевании мы говорим, насколько быстро осуществляется вот этот переход от доклинической стадии в преинвазивную и в инвазивную. И эти сроки, они разные для опухоли молочной железы, для колоректального рака, для рака легкого, потому что биология опухоли разная, скорость удвоения опухоли разная, и это определяет тот оптимальный интервал, чтобы, с одной стороны, не привлекать лишний раз жителей к обследованию, это большие группы населения, с другой стороны, чтобы в этот межскрининговый интервал не пропустить развитие вот этой вот преинвазивной формы. Соответственно, всему должно быть научно-экономическое обоснование, и вот крайне важный пункт, на котором хотелось бы остановиться, это широкий охват населения. Опять-таки, по международным популяционным исследованиям скрининг становится эффективным и начинает приносить действительно существенный вклад в снижение смертности при условии, что охват населения – это более 85% от той группы, которая должна прийти на обследование. Ну и, безусловно, это все надо учитывать, приземляя это все на конкретный регион, на конкретные особенности этих регионов и их ресурсное обеспечение. Совершенно очевидно, что возможность организации скрининга в Москве и Московской области, она одна, учитывая количество медицинских учреждений и транспортную доступность, и возможность организации скрининга в Красноярском крае, где 2000 километров протяженность этого региона, она совершенно другая. И методы скрининга, и подходы к скринингу должны быть, очевидно, тоже другие. И еще один момент, на котором надо остановиться, это гарантия немедленного обследования и лечения данных пациентов. Потому что если мы провели огромные мероприятия по привлечению этих пациентов, по их обследованию, по выявлению заболевания, а дальше пациент потерялся и не дошел до этапов лечения, то получается, что вся наша работа, она практически бессмысленна. Но я бы выделил три основные большие группы, где можно было бы сконцентрироваться в плане онконастороженности, где есть примеры подходов к скринингу и к ранней диагностике. Первая группа – это опухоль наружных локализаций.
И здесь чем это удобно? Тем, что по большому счету каждый врач, кому бы ни пришел пациент, независимо от той причины, по которой он пришел, может быть осмотрен на наличие той или иной опухоли, и раннюю диагностику здесь организовать довольно легко. Хотя со скринингом здесь несколько сложнее. К наружным локализациям относятся меланомы, рак полости рта, рак кожи, рак молочной железы. И на самом деле к наружным локализациям относятся рак шейки матки и рак прямой кишки. Вторая большая группа, о которой надо говорить, это наследственные опухолевые синдромы. Чуть подробнее остановимся на этом позднее. И это стало актуальным на протяжении последних, наверное, 10 лет, когда, во-первых, мы глубже стали понимать биологию опухолевого роста и те генетические изменения, которые происходят в самой опухоли и в организме пациента, опухоли-носителя, и когда появились довольно эффективные методы профилактики возникновения злокачественных опухолей, в том числе профилактическая хирургия. Ну и другие типы злокачественных новообразований, для которых возможны различные программы скрининга и ранней диагностики. И здесь мы уже обращаемся к тем традиционным методам, которые хорошо известны и разработаны в мире, потому что большие популяционные исследования проведены, и, наверное, наиболее обоснованно на сегодняшний день можно говорить про рак шейки матки, рак молочной железы, колоректальный рак, рак предстательной железы и рак легкого.